Всем привет, с вами снова я, Минаплей. Как я так приболел. Будем сегодня строить отель. Сегодня 9 вересня. Наверное, сниму через 2 или через 3 дня. Где-то в 12 или в 11 вересня сниму. Вы уже это видео, наверное. Ну, наверное, точно 12-го. Просто я заранее снимаю. Видите мои алмазные перчатки с баблом? Вот. Еще моя цепочка такая. Я переключусь. Минутку. А где тут паук? Просто я услышал паука, да? Мы сегодня, кстати, будем строить отель вручную. По названию этого видео вы можете понять, что это видео, там, где мы делаем отель. Я, кстати, создал новый мир. О! Впервые вы нормально построили. Это какие-то закоряги или заброшенные мосты. Пока я снимал кадры, вчера там я для вас это было 4 дня назад, а для меня это вчера. И когда я выключил запись, то я вот построил заброшенные мосты. Вы видели вот вроде бы позавчерашнюю тему компота? Он там строил отель. Ну, я не знаю, может, просто мне нечего строить, поэтому я строю отель тоже. Ну, можно, вы можете сказать, это теперь тему компота, позавчерашнюю, конечно. Но нет, я строю сейчас заброшенный отель, который наполнен зомбарями, а не жителями. Заброшен это? Я не знаю. Что это за текстурки? Вы видите? Вот в обычной траве нету внутри вот таких зеленых штучек в траве, в блоке травы. Вот куда я навожусь контроль. Минутка. Этому видео больше всего уделил там постройки. Так, этот непонятный кустик я просто удалю. Вы понимаете, заброшенный отель. Что это такое? В зомби-апокалипсисе. Да-да. Компот снял сегодня тему про зомби-апокалипсис. А что? Я по барабану.
Я ему поставил лайк. Один, потому что человек может поставить один. Бабанка может поставить два. Знаете, я вот не могу топориком пользоваться, потому что я не умею скачивать моды даже. Даже не знаю ни одной команды. Я знаю то, что пишут... понимаю, что пишется бан там. Ну, написать бан и никнейм. Я это давно знаю. Но как пишется бан на английском, я не знаю. Серьезно? Нужно написать Б английскую, потом А английскую, потом Д английскую и чики-пуки. И все будет чики-пуки. Ну и никнейм. Наверное, забаним кого-нибудь. Хотя тут никого и нету. Ну с кем забаним? Может, Херамлина вообще? Ладно, я не нубик, чтобы говорить то, что Херобрин существует в Майнкрафте. Его не существует. Ну, он может существовать, только если скачать моды. Это, кстати, опять самый худший Майнкрафт. Вы смотрели вот мой сериал про самый худший Майнкрафт? Сейчас 9 вырастет. 9 вырастет. Я болею, кстати. Надеюсь, что завтра до конца утру. У меня уже температура нормально. Просто где-то 4 дня назад я заболел. И она у меня была под 39. Ну, 38,5. А уже 36,5. Вы думали, что я ночью не буду строить? Я буду строить ночью даже. Наверное, это на несколько частей будет. Короче, я на паузе построю. Вот что у меня получилось. Вот такой зомби апокалипсис. Я не построил целый там город. Я уже прослопнул. У меня уже был один сервер мира, который я очень сильно залагал. Не из-за того, что там очень много построек, а из-за того, что было очень много взрывов. Я там делал шахту. Это бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. По 8 динамита сразу. И меня не выдержал. Я просто начал лагать рядом. И мне приходилось улетать. Я уже построил гораздо серверов. Могу показать даже. Я покажу вам все свои скины. Вот. Раски, два скин, три. Вот. Вот. Это такой в очках. И это такой в очках. Это свой скин богача. Ну, это тоже самый. Это уже просто, в который я сейчас играю. И у меня их почему-то все время по два. А нет. И по два подъема. Видите, вот ваш вот красивый такой. Прямо волосы, глаза. А вот это я уже воронянь богатый. Наверное, это я буду, ну, в клипе. Если я, конечно, даже сделаю его на 2 миллиона. Я не знаю, на сколько подписчиков. Когда наберу очень много клея,
100 подписчиков. Я точно не знаю. Может, не 6, не 600 тысяч. Ну, мало. Может быть, на 4 тысячи. Я не знаю. Ну, на 20 подписчиков я точно показывать. Не знаю. На... Я вот хотел бы больше всего на 100. Так. Это уже ну такой в бледной кофте. В бледной такой кофте. Попачканной немного. Погуленной. Это уже даже там, где я без очков таких стильных, модных, молодежных. Просто такой. Кстати, как вам мои, ну, мои перчаточки алмазные? Призрак хороший. У меня есть скин хорошего призрака. Кстати, у меня и клей Мида. Просто Мида на русском. Это злой призрак. Это такой обычный я. Мой обычный скин. Это мои красивые старые. Это не самый первый. У меня раньше были еще лучше скины, можно сказать так. Нет, скадур. Вот это мой первый скин из этих всех. Просто когда я скачал версию эту, то все, то моим скинам конец. Просто конец. У меня еще был скин Эндермена. В самой первой части про самый худший Майнкрафт. Там была просто надпись «Самый худший Майнкрафт». Потом «Самый худший Майнкрафт. Решетка 2». Решетка означает, ну, часть. Всем пока. Нет, не пока. Всем пока!